Здравствуйте! В студии Лилия Ан. В эфире 41-го канала программа «Воронеж. События. Факты». Смотрите сегодня в выпуске. Демография и здравоохранение. На еженедельном совещании в областном правительстве подвели итоги текущего года. В городской администрации обсудили степень готовности главной площади Воронежа к встрече Нового года. 140 лет отцу народов. Воронежские коммунисты отметили день рождения Сталина. Какие продукты лучше приготовить к новогоднему столу, чтобы сохранить здоровье и содержимое кошелька? К событиям в регионе мы вернемся после обзора мировых новостей. Крупное ДТП произошло в американском штате Вирджиния. На автомобильной трассе из-за сильного тумана и гололедицы столкнулись 69 автомобилей. Пострадали более 50 человек. 11 из них получили серьезные травмы. Информации о погибших нет. Инцидент произошел на мосту в нескольких десятках километров от города Ричмонд. Полиция сообщила, что первые столкновения начались на западной стороне моста. Водители на восточной стороне трассы отвлеклись на аварию и устроили аналогичное ДТП, не успевая затормозить. Пострадавшие пытались предупредить подъезжающих о происходящем, но это лишь приводило к очередным столкновениям. В Турции впервые в истории страны спустили на воду собственную субмарину «Пири-Рейс». Масса подводной лодки составляет 1850 тонн. Длина ее почти 69 метров, а ширина 6,3 метра. Команда состоит из 40 человек. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что к 2027 году Анкара планирует запустить еще 5 таких же, чтобы установить свои права в Средиземноморье, Сирии и Ливии. Турецкий подводный флот планируется полностью укомплектовать к 2027 году. Новости республик бывшего СССР. В морской порт Одессы зашел американский ракетный эсминец «Росс», оснащенный артиллерийскими и ракетными установками. Экипаж корабля 337 моряков, сообщает городское издание «Думская». Сколько дней корабль проведет в Одессе, не уточняется. Ранее сообщалось, что НАТО собирается нарастить свое присутствие в Черноморском регионе для сдерживания России. Также генсек Альянса Йенс Столтенберг заявлял, что присутствие кораблей в Одессе демонстрирует поддержку Украине. Новости Российской Федерации. В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Су-57. По сообщению РИА Новости, самолет не входит в состав ВВС и принадлежит местному заводу-изготовителю имени Гагарина. Падение машины произошло в 120 километрах от аэродрома Дзёмги во время испытания двигателя. Летчик успешно катапультировался, его подобрал вертолет. Жертв разрушений на земле в результате аварии нет. По мнению специалистов, ЧП произошло из-за технического отказа системы управления самолетом. Также есть вероятность, что произошел сбой в управлении хвостовым оперением. Су-57 – российский многоцелевой истребитель пятого поколения. Начал разрабатываться в 2001 году. Первые испытания прошли в 2010. Основные преимущества этого самолета – высокая маневренность, сверхзвуковая скорость и малая заметность. В Москве из-за сообщения о минировании эвакуированы 7 районных судов. Также 7 судов получили информацию об угрозе взрыва в Санкт-Петербурге. В столице сотрудники и посетители были вынуждены покинуть Коптевский, Головинский, Замоскворецкий, Хорошевский, Люблинский, Тимирязевский и Чертановский районные суды, сообщает ТАСС. В Санкт-Петербурге эвакуированы Дзержинский, Сестрорецкий, Петродворцовый, Петроградский, Колптинский, Василеостровский и Куйбышевский районные суды. Информация объединенной пресс-службы, все они вскоре вернулись к работе. Напомним, волна сообщений о минировании началась 28 ноября. С этого времени эвакуация в разных общественных учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга происходит почти ежедневно. Новости нашего региона. На еженедельном совещании с участием губернатора Воронежской области подвели итоги текущего года. Наиболее обсуждаемыми оказались нацпроекты «Демография и здравоохранение». Подробности в репортаже Елены Цветковой.
План по нацпроекту «Демография» в Воронежском регионе выполнить в текущем году не удалось. Показатель рождаемости остается ниже, чем было задумано изначально. Воронежская область занимает 5-е место по показателям рождаемости в ЦФО. По словам руководителя департамента соцзащиты, суммарный коэффициент рождаемости в Воронежском регионе изменяется очень часто. Для того, чтобы принять решение о рождении ребенка, действительно, об этом надо подумать. Есть еще наложение инертности сознания самих людей. Поэтому, конечно, более медленно относительно других коэффициентов будет изменяться суммарный коэффициент рождаемости. Мы получим женщин, семьи, которые отреагировали на введенные с 1 декабря меры только летом. Всего на демографию было выделено 4,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Часть из них направляется на поддержку семей. При этом в отчете прозвучало, что перевыполнен план по социальным выплатам при рождении первого и третьего ребенка. Всего из бюджета на это затрачено 1,5 миллиарда рублей. Размер материнского капитала в регионе составляет теперь 150 тысяч. С самого начала, конечно, специально вот и материнский, и семейный капитал, его можно взять и папе, и маме. То есть ориентировано законодательство таким образом, чтобы не лишить отца возможности. Да, действительно, эти меры будут дуальными, скажем так, применимы как к одному родителю, так и к другому. Ведется масштабная работа по созданию дополнительных мест в детских садах для детей от 2 месяцев до 3 лет. В текущем году их стало на 3000 с лишним больше. Этот вопрос очень актуален для молодых семей. Александр Гусев озвучил наиболее важное предложение о повышении квалификации работающего родителя за счет бюджетных средств, если в семье появился второй ребенок. В результате должна вырасти и заработная плата. По словам губернатора, если инициатива найдет поддержку работодателей, то программа будет запущена уже в первом квартале 2020 года. То есть пакет таких мер мы действительно уже начали прорабатывать. Не первый раз уже идет разговор об этом. И действительно нам навстречу идут крупные предприятия для того, чтобы если семья, особенно молодая, где действительно идет речь о карьерном росте, в том числе отца, и о посредственном росте и заработной плате, что увеличит доход семьи с детьми, это должно быть сделано. Медицинское обследование в этом году прошли более 4000 сельчан в возрасте старше 65 лет. В селе Ярки Новохоперского района завершено строительство дома-интерната для пожилых людей. Пилотный проект системы долговременного ухода в регионе задействован успешно. На его выполнение направлено 65 миллионов рублей. В следующем году планируется открытие центра охраны здоровья. Обновление ожидается во всех детских поликлиниках города и области. Их отремонтируют и оснастят недостающим оборудованием. Елена Цветкова, Валерий Бобкин, 41 канал. В минувший понедельник в городской администрации обсудили готовность Воронежа к Новому году. Что еще ожидает жителей и гостей города в праздничные дни, смотрите в сюжете наших корреспондентов. Памятуя о том, что главным символом 2020 года является мышь, главная площадь города в праздничные новогодние дни станет декорацией к сказке «Щелкунчик». Необычные инсталляции, входящие в единое пространство, создадут сюжетную нить, которая объединят все объекты и фотозоны с участием сказочных персонажей, включая мышиного короля. 25 декабря праздничный городок предстанет во всей своей красе. Впервые праздничные мероприятия на главной городской площади будут идти всю новогоднюю ночь. В разные годы до этого завершалось празднование обычно где-то в 20-21 час, но там в зависимости, опять же, от погоды, от культурной программы, то в этом году культурная программа практически не будет прерываться. Официальное открытие главной городской елки состоится 31 декабря в 18 часов. Также площадь Ленина украсит 150 светящихся новогодних деревьев, застывшие в танце балерины и заснеженные сказочные домики. Будут интерактивные программы идти, а вечернее время будет, небольшая танцевальная пауза с 9 вечера до без 20:12, соответственно, когда мы будем готовиться уже к проведению прямой трансляции видеообращения президента Российской Федерации, бой курантов и дальше развлекательная танцевальная программа до 1 часа ночи. Но если для одних наступление Нового года – это отдых и развлечения, то для других – трудовые будни, где основное внимание будет уделяться безопасности новогоднего праздника. Регулярные досмотровые мероприятия, которые будут происходить, к ним мы, конечно, призываем граждан относиться спокойно, лояльно, от этого никуда не деться. Сегодня неспокойное такое время. Увы, не будет и новогоднего салюта, опять же, в целях безопасности.
мы несколько лет назад подходили плотно к этому вопросу. У нас там была программа, связанная с фаерщиками, фаер-шоу, с завершительным акцентом которой предполагался запуск салюта прямо сразу позади сцены. Но отказались от этой идеи. Более того, есть примеры и в сети, и по федеральным новостям. Это, если не ошибаюсь, в прошлом году было, когда от запуска салюта петарда улетала в городскую елку, она там за несколько секунд просто исчезала, поэтому рисковать не будем. Ежедневно со 2 по 7 января с участием Деда Мороза и Снегурочки на площади перед областным правительством будут проходить разнообразные театрализованные представления. Городские власти обещают, что скучать жителям Воронежа в дни новогодних каникул не придется. Галина Жукова, Сергей Пеляев, 41 канал. Праздничные дни часто это не только подарки и встречи с родными, но и традиции, в том числе и кулинарные. Хозяйки уже начинают думать о том, что украсит их новогодний стол. Однако все ли блюда одинаково полезны? Какие продукты могут нанести вред организму? Узнаем в сюжете Владиславы Витковской. На новогоднем столе всегда можно увидеть большое количество различных деликатесов и кулинарных изысков, поскольку принято встречать этот праздник с максимальным размахом. Мясо по-французски обязательно будем готовить, это вкусно, сытно, хорошо. Что? Сыр обязательно будет. Овощи, фрукты, мандарины, сельдь под шубой обязательно, окрошка. Я думаю, что мятая картошка у всех будет. Однако в дни новогодних праздников врачи отмечают значительное увеличение числа пациентов с пищевым и алкогольным отравлением. Специалисты утверждают, важно правильно чередовать блюда и отказаться от продуктов, которые и могут стать причиной расстройств. Страдают, конечно, в первую очередь органы желудочно-кишечного тракта, это поджелудочная железа и печень. Могут также страдать и почки, может повышаться и артериальное давление, и, собственно, может быть, привычка, которая формируется в том числе на праздники, есть жирную, особенно, да, жирную, калорийную, сдобную такую пищу, она переходит дальше и, закрепляясь, приводит к развитию ожирения, метаболического синдрома и, собственно, всех тех сердечно-сосудистых заболеваний, от которых сейчас страдают большинство, в общем-то, наших людей. Первое место в антирейтинге досталось майонезу, без которого многие с трудом могут представить новогодний стол. Им заправляют оливье, селедку под шубой и множество других салатов. Там есть плохие жиры, которые трудно перевариваются организмом и которые могут при длительном употреблении приводить к развитию определенных заболеваний. Это с одной стороны, а с другой стороны, это исключительно жирный продукт, и он может спровоцировать обострение тех хронических заболеваний, в первую очередь желудочно-кишечного тракта и системы пищеварения, которые уже, к сожалению, имеются у человека. Тем, кто от майонеза отказаться не готов, профессиональные повара советуют приготовить его самостоятельно. Говорят, в таком не будет стабилизаторов, консервантов и прочих вредных добавок. Любая хозяйка может приготовить доступные, которые к ним в состав идет яйца, горчица, уксус, масло растительное. Можно уксус заменить на лимон, так что здесь все везде можно купить. Среди самых вредных блюд новогоднего стола на первом месте оказалась селедка под шубой. По мнению диетологов, это блюдо опасно для тех, у кого преддиабетическое состояние или диабет. К тому же врачи говорят, что очень сомнительная польза от самой сельди. Из-за содержания в ней соли задерживается жидкость в организме. Как итог, отекают сосуды, повышается давление. Там все мешанина и майонез. Да. Вот стараетесь избегать или все-таки присутствует? Стараемся избегать, но как бы это традиционно. Наше французское, русское блюдо. Куда денешься? Я думаю, на Новый год можно и майонеза поесть. Ничего страшного. В остальные дни-то, конечно, лучше ограничиться. А так, почему бы и нет? Но отказываться от вредных блюд и продуктов, особенно в новогоднюю ночь, готовы не все. И в целом о полезности мнения у многих расходятся. Нет, отказываться нельзя. Надо все есть. Ну, майонез, сейчас все, наверное, все полезное у нас. Все продукты, молоко, колбаса, все полезно. Так что и майонез полезный. Попали в опасный список и маринады. Небезопасен этот продукт высоким содержанием уксуса, который негативно сказывается на работе желудка. Лучше всего заменить маринады соленьями в связи с отсутствием в них этого ингредиента. Последние, наверное,
десятилетия у нас сформировалась эта привычка употреблять маринады. И в этом плане я хочу напомнить всем, что наши предки употребляли исключительно соленые. Вот огурцы, помидоры, кто-то даже арбузы засаливал. Причем исключительно в деревянных бочках. Вот эти, у кого были погреба, вот они хранились всю зиму. И это действительно более полезно с точки зрения диетологии, чем маринованные, суперконсервированные и так далее. Вот эти продукты. Мясо по-французски попало в немилость к диетологам из-за своей жирности, так как для его приготовления используется майонез и сыр. Мы едим для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы есть, понимаете? И пища – это необходимость. Конечно, хорошо, если она приносит удовольствие, удовлетворение, но хорошо, если эта пища при этом еще и здорова. Многие не представляют свой новогодний стол без мандарин, однако и они могут нанести удар по организму. Ну, 1-2, максимум 3 и достаточно, понимаете? Вот. Нужно помнить о том, что при употреблении их в большом количестве они могут вызвать различные аллергические реакции. У людей, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта, они, собственно, могут и в комплексе с другими, так сказать, вот, употреблением других продуктов, они могут спровоцировать обострение хронического гастрита. Также очень важно следить за свежестью блюд, оставшихся с праздничного стола. Чтобы значительно продлить им жизнь, а именно до 3-4 суток, приготовленные ингредиенты необходимо хранить в холодильнике по отдельности и в герметичных контейнерах. Владислава Витковская, Сергей Трифонов, Сергей Пеляев, 41 канал. В Воронеже коммунисты отметили 140-летие со дня рождения Иосифа Сталина. Торжественное собрание прошло в ДК железнодорожников. Сталин – строитель социализма и коммунизма. Фигура противоречивая и неоднозначная. Время его правления – это наисложнейшая эпоха жизни великой страны. И забывать об этом ошибочно. Как воронежские коммунисты отпраздновали день рождения своего лидера, расскажем в нашем сюжете. Место проведения торжественного собрания менялось аж 3 раза. Воронежская театральная общественность высказалась против чествования человека, чью политическую деятельность оценивают неоднозначно. К примеру, в Доме актера руководитель отказал в предоставлении площадки под предлогом, что мероприятие противоречит деятельности учреждения. На эту тему даже пошутил Иван Ургант. Сами актеры против этой инициативы. Почему? Вот я не понимаю, почему. Почему актеры против? Кто их, во-первых, слушает, этих актеров? Хороший праздник. И странное, что такая инициатива появилась только в Воронеже, нужно во всех городах. На самом деле нам пришлось побороться, за право высказать свое мнение, за право почтить человека, которого мы уважаем. Это право имеет каждый в нашей стране. Каждый этим правом пользуется. Все же торжественное собрание коммунистов состоялось во Дворце культуры железнодорожников. Мы не зовем назад к репрессиям, мы говорим, давайте двигаться вперед. Но то положительное, что было, его, безусловно, нужно вбирать. Более того, мне кажется, что и наверху зреет это понимание. Укрепилось понимание, что вперед можно двигаться, лишь вбирая то положительное, что было вот в те тяжелые 20-е, 30-е, 40-е годы. Вчера президент на прямой линии фактически не один раз возвращался к тем героическим временам и говорил, что мы не должны это забывать, мы должны этим гордиться. Любопытный факт. Дата рождения отца народов спорная. Долгое время считал, что Иосиф Сталин родился 21 декабря 1879 года. И только при Горбачеве выяснил, что он появился на свет 18 декабря 1878 года. Была найдена церковная метрическая книга в грузинском городке Горе, где сохранилась дата рождения будущего руководителя Советского Союза. 6 декабря 1878 года. По новому стилю это 18 декабря. Зачем была изменена дата рождения, так до сих пор доподлинно и неизвестно. Но день рождения традиционно продолжают отмечать 21 декабря. Для самого Сталина его день рождения был рядовым днем. Масштабные празднества начались после его смерти. Почти 30 лет Сталин руководил огромной державой Советским Союзом, который при нем вышел на первое место по темпам экономического роста. Было построено 500 заводов, промышленность поднялась на новый уровень. Во время его правления увеличилась продолжительность жизни населения, выросла рождаемость, снизилось потребление алкоголя, исчезла коррупция, безработица. Стало общедоступным бесплатное образование, медицина, отдых. Многие считают, что Советский Союз победил фашистов только благодаря сильной и мудрой руке Сталина. Его пытаются некоторые сравнить с Гитлером, но это полнейшее кощунство. Дело-то в том, что Сталин был признан всеми мировыми лидерами того времени, мировыми державами-победителями.
Несмотря на неоднозначность оценок именинника, народ до сих пор оценивает его как политика сильной руки. 70% россиян его роль в истории оценивают положительно, согласно данным опроса Левада-центр. Многие даже оправдывают репрессии того времени. Это была реальная система, которая развивает нашу страну. В настоящий момент, даже если будет какой-то выдающийся лидер, да, там, или считать кого-то выдающимся лидером, он всего лишь один человек. Пройдут года, а в памяти народа эта эпоха будет всегда. Потому что о чем за 20 век, что о русской истории можно за 20 век сказать? Это прежде всего 9 мая, да, то есть победа в Великой Отечественной войне. Поэтому Сталина будут помнить всегда. Вот и в 140-й день рождения в Воронеже его не забыли. Почтить память Иосифа Сталина пришло много народов. В зале не было ни одного свободного места. Основная идеология КПРФ – новый социализм. Важное направление в работе Воронежского отделения партии – упор на молодежь. Появились молодые люди, которые вчера не работали в партии, не работали на государственных должностях, а сегодня они уже ключевую роль играют в КПРФ. Мероприятие продолжилось вручением юбилейных медалей, наград за особые заслуги перед партией. Вновь прибывшим вручили партийные билеты. То, что приписывают Сталину, ничуть не выбивается из исторического контекста той эпохи и предшествующих времен. То есть суровые времена требуют суровых, серьезных решений, потому что ответственность, которая лежала на Сталине в те годы, она не терпела никаких попустительств. Я очень уважаю Сталина, потому что я много читал, знаю, какая семья у него, как сын его тоже летал. Торжественное собрание завершилось праздничным концертом. Несмотря на все минусы правления Сталина, ему удалось создать сильную индустриальную и сельскохозяйственную базу в стране. Впоследствии это помогло выжить во время войны и выиграть ее. Цена для всего Советского Союза несоизмеримо была высока. Олеся Олесюк, Сергей Пеляев, 41 канал. А теперь о погоде в Воронеже и области. 25 декабря в регионе будет пасмурно. Ветер юго-восточный от 3 до 4 метров в секунду. Температура воздуха в Борисоглебске минус 2 градуса. В Боброве, Богучаре и Бутурлиновке минус 1. В Лисках, Павловске, Рамоне и Семилуках 0 градусов. В Россоши, Острогожске, Хохле и Нижнедевицке плюс 1. В Воронеже 0 градусов. Ветер юго-восточный 3,5 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Православная церковь чтит 25 декабря чудотворца Спиридона Тримифунского, жившего на Кипре в 3 и 4 веках. За добрые дела Бог наградил даром исцеления и способностью изгонять бесов. Спиридон был не только добрым, но и справедливым даже по отношению к плохим людям. Святой совершил множество чудес. Однажды он исцелил тяжело больного императора Констанция, а также смог оживить умершую дочь Ирину, чтобы она сообщила, где спрятала драгоценности, которые ей передала одна знатная дама на хранение. Спиридон заранее знал, когда он умрет. Последние его слова были о любви к Богу и людям. Святитель с давних времен почитается в русской церкви. Особенно его почитали в Москве и Древнем Новгороде. И это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-94-06. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41-го канала и в наших группах в соцсетях. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире в 6-7-9 часов утра, ровно в полдень в 19:30, в 20:30 и в полночь по московскому времени, а также на нашем YouTube-канале в интернете. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире 41-го.